Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые близнецы. Ну что ж, месяц июль заканчивается, подходит к концу, и я предлагаю вам расклад на август. На август с вопросом, что ожидает вас, близнецы, в августе 2020 года. Что вам ожидать в следующем месяце? Смотрим. Девятка кубков, пятерка посохов, пятерка мечей и туз посохов. Очень интересно складываются карты. Ну, давайте смотреть по порядку. Значит, что у нас получается? Тон месяца задает пятерочка мечей, вернее, пятерочка посохов, которая говорит о том, что вот... Дела, которые вы там ведете вы, конечно, их хорошо. Вы добросовестный товарищ, вы хорошо умеете дружить, честно и порядочно. Вот. Но, знаете, вот иногда надо не всегда, как говорится, влезть в какие-то чужие проблемы. Вы вот подписываетесь под все, под всех, хороший друг, и даже не разобравшись. То есть, смотрите, вы влезете опять же куда-то, куда не стоило бы, и, ну, и нанесут вам, как говорится, удар, откуда вы не ожидали. Вот можно еще так сказать, да, что вы в августе месяце остерегайтесь каких-то действий непрошенных, куда вот не лезьте, куда вас не приглашают, и, ну, где лично вас не касается, вот, потому что там вы можете получить какой-то неожиданный удар и будет больно. Вот. Но при том, при всем, вот интересно складывается, поражение личное, единичное, одиночное, оно ушло в сторону. То есть вы не будете, все-таки я правильно начала рассказ, вы не получите поражение, потому что вы один в поле воин, и их много, вы один, и вы, как говорится, получили поражение. Нет, здесь вот вы подписались, то есть вы будете действовать с кем-то, за кого-то. То есть вы не будете одиноки, но и... влезете туда, собственно, не в своих интересах, не для себя, и вот получите вот такой вот нехороший результат. Это что касается, может быть, физически кто-то даст в глаз, по горбу, а может быть и душевно, может быть, вы это перенесете очень, знаете, вы очень ранимые, и вы перенесете это внутри, ну, получите, как говорится, ну, боль будет, боль душевная или физическая, вот так вот, коротко. Дальше, ситуация, в общем-то, весь месяц, август месяц, у вас, близнецы, складывается благополучно. Здесь в каком плане? В плане... Здесь не только материальный достаток, здесь все в достатке. То есть вы наслаждаться будете августом. Я бы даже сказала, что, возможно, где-то в одиночестве, может быть, без каких-то шумных таких компаний и родственников. То есть вы будете наслаждаться своей тишиной, своим положением, своим достатком. Пусть оно у вас, возможно, я нельзя сказать, что, что вы... То есть, конечно, достаток – это понятие относительное. Для кого-то тысяча, ну, образно говоря, долларов – это большие деньги, а для кого-то тысяча долларов – это ничего, пшик. Поэтому вы будете наслаждаться... В своем понимании то, что у вас вот есть, свой достаток есть, и вас это радует, вас это устраивает, вам этого достаточно, и вы этим наслаждаетесь.
Вот. Также, опять же, захотите что-то новое, возможно, этого будет недостаточно, вашего достатка, или и у вас посидит, как говорится, инсайт, вы захотите действовать что-то новое, вы увидите положительное, прекрасное, и, возможно, даже начнете, но я не могу вам сказать, благополучно, удачно ли это будет начало, или же неудачное, но сам факт, что вот в августе вас посетит инсайт, и вам захочется действовать, и вы начнете что-то такое вот творить и действовать. Вот такой вот август месяц для вас, уважаемые мои близнецы. Вот. Кто зашел ко мне впервые, подписывайтесь, оставайтесь со мной, следите за моими выпусками, потому что в конце каждого месяца, в конце июля я даю на август, в конце августа буду давать на сентябрь и так далее. И повторюсь, оставайтесь со мной и следите за моими выпусками. А с вами была Людмила и канал Тартология. Всем здоровья и всех благ!